что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Скейтор, и мы продолжаем играть GTA 5. Итак, как видите, я уже играю со Тревор, то есть продвигаемся, да, по сюжетке. Итак, сегодняшняя наша цель, это будет изучение, так сказать, местности. И, как видите, я тут уже довольно-таки сильно изучил, то есть уже природные горы, и мы поедем на эту гору, гору Чили-Ад, если я не ошибаюсь. Хотя можно в этот участок, ну, в общем-то, просто поедем на эту гору. Итак, и... Думаю, без пометок можно сюда доехать. Хотя давайте вот примерно вот сюда доедем. Тут вы въезд в гору. И нам, конечно, предстоит долгое путешествие на машине. Давайте ее заспавним. 4-4. Просто она самая быстрая и просто так долго ехать. Давайте радио офф. Или можно какую-нибудь оставить. Блин, она быстрая, и нам ехать почти 10 километров, это довольно-таки много. Послушай просто рев этой машины. Рев. И, конечно... Ой, извиняюсь. Мы должны успеть. Слушайте, это не стандартная тачка, случайно? Ладно, без разницы. Давайте объедем это все. Бесит эта фокусировка, на самом деле. Она реально тут практически не нужна. Ну, с одной стороны, нужна. Вот с основной, то, что она тут не нужна. Ладно, мне что-то еще падает FPS. Не знаю почему. Ну ладно. В общем-то, играть нормально чувствуется. Главное, чтобы меньше 30 не было. А так у меня сейчас 55. 55. Я не знаю, когда я первый раз запустил GTA 5, у меня было 80. Что ли, я так систему засрал, или что у меня за фигня, я сам не понимаю. Скилл вождения, конечно же, надо прокачать. Обязательно просто. Нам ехать уже 6 километров. Ну все, мы выезжаем, так сказать, из города, едем по шоссе. И просто смотрите на эту, так сказать, окружность, местность. Ну, вроде бы все нормально сделано. В принципе, где-то вот GTA 5 я засниму серии 10 и все, то есть прекращу снимать. Может, онлайн еще буду снимать, это если мне гребаный Rockstar ответит на кое-какую ошибку. Ну ладно, буду верить, надеяться, ждать. 5 километров, вроде бы даже меньше. Ой, нифига себе мы врезались. Вот слава богу, что эти бочки есть тут. Он еще раздавил человека. Ужасный человек. Теперь я понял, для чего эти бочки нужны. Ну, я думал, что они для пожара, там, типа того. Но для таких случаев не ожидал. Но я бы, наверное, вылесил бы. Итак, нам 4 километра еще ехать на машине. Вот тоже такая местность пустынная. Негорная. Вообще, чем-то кажется, что это карта Сан-Андреса. Ну, так она и есть, только измененная сильно. Но что-то тут не так. Мы уже приезжаем в наш округ. Точнее, где Тревор, так сказать, его родной дом. Ну, не родной, но... Где начальные миссии за Тревора были. Вот, остается 2 километра уже. Ну, почти 2. Едем мы так большой скорости. Давайте от первого лица погоняем. О, что-то от первого лица непривычно и не очень-то удобно. Остается там какой-то километр и все. Не, на самом деле, если ставить мои прошлые видео, то я, мне кажется, стал лучше все-таки водить. Привык уже к управлению. Так, и мы подъезжаем, нам остался километр какой-то. И тут въезд в гору. На гору, точнее. Извиняюсь. Кто-нибудь. И дым. Итак, мы подъезжаем. Мы прибыли в пункт назначения. И сейчас мы будем забираться на гору. Уу! Да! И, скорее всего, мы будем прыгать с нее, да. Посмотрим еще что-нибудь там на горе. На горе. Ладно, без разницы. Так, трамплины я не хочу, потому что я пытался забраться на гору с трамплином. Я все время вылетал.
Это кто у нас такой? Лев? Леопард? Нифига себе, леопард, офигеть, я не знал. Сколько вообще тут животных, мне интересно. Трамплин, черт. Не-не-не-не-не. Вот, черт. Вот я и говорил, проблема. Вот почему так такая вот детализация у машин красивая такая вот, а вот у местности не такая уж и хорошая. Кстати, это мне еще напомнило эту графику Battlefield, просто там типа того, то, что вот у оружия, у человека вообще детализация офигенная, а вот когда, ну, местность тоже там плохая на самом деле. Ладно, я вообще сейчас говорю о другой теме, давайте лучше будем говорить о GTA 5. И, кстати, меня очень много людей теперь спрашивают ВКонтакте, типа, а пойдет у меня GTA 5, пишут свои характеристики компьютера, где ее скачать, сколько она весит. Ведь, ребят, ну, проскачать-то ладно, пофиг. Там, я думаю, ну, я не знаю, можно ли ее скачать. Ну, без разницы. Вот такие вот вопросы насчет характеристик компьютера, хватит ли у меня памяти, сколько она весит, то посмотрите сами, просто зайдите на сайт Rockstar официальный. Вот, там напишите, допустим, GTA 5 или Rockstar. То вы точно найдете, или, допустим, какие-нибудь характеристики. Найти ничего сложного, а вы не можете. Ой, ём-пап! Потрачено. Ладно, ребят. Если, поскольку я уже падаю, давайте сейчас жмем на полную. Главное, в дерево не врезаться. Это самое главное. От первого лица. Для эпика. Ух ты! Ух ты! Не очень хорошо вышло. Ладно, едем по полной тогда вниз. Опа, там дорожка, можешь по ней забраться. Так, теперь тачкой затормозим. Задний ход. Сейчас попробуем тогда по этой дорожке забраться. Вот, запасной вариант. Ну, слава богу, что есть запасной. Я не знаю. Вот черт, она вообще в тупик идет. Блин, докатался, договорился, так сказать. Я не знаю теперь, что делать. Вниз и опять заново подниматься не очень хочется. Ведь мы дофига прошли. А у меня есть идея, ребят. А, да что ж тебя так налево заносит-то? Да и что у тебя случилось? Да не, вроде колеса все еще работают. Что тогда с этой чертовой тачкой? Ладно, едем по дороге. Нафиг. Она вообще не для этой местности не подходит. О-о-о-о! Я звоню в полицию. Этот гад меня ограбил. Поможем человеку? Поможем. А, он уже далеко, ну ладно. Туманная погода сегодня. Ух ты, какой монстр. Сейчас на нем и заберемся, ребят. No problems. Не, оружием я не буду угрожать. То, что мне... Может уехать, передавить меня еще. Да не, на твоем монстре. Зачем тебе он? Ты просто по дороге катаешься. Я его буду использовать по назначению. Блин, погода. Не подводи меня. Ну ладно, возможно, когда мы заберемся, погода, по крайней мере, улучшится. Я надеюсь так. Верим, надеемся, ждем. Вон, получается, там скоро будет въезд на гору. Ой, да ну нафиг тут вообще неудобно от первого лица. Ой. Ничего, тачка выдержит. Ну, по крайней мере, хоть что-то. Значит, тут у нас заезд получается. Тут и заезжаем. Не, ну вроде бы она даже лучше намного забирается по такой местности. Хотя не уверен. Но нормально все. Нормально. Да, конечно, она шире намного, то есть по таким узким дорожкам на ней сложнее. О, опять это пантера. Так сказать, или ягуар. Тяжко. Так, тут главное так аккуратненько. Опа, все. А в тот раз я упал тут. Стой, 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 направо давай. Отлично, выравняемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Fuck me! Fuck me! Fuck me! Fuck me!
Хардкор! Ну давай, блин, сколько у тебя лошадиных сил? Даже комета та была лучше тебя. Хотя для такой местности ты лучше должен быть. Хаммер ты большой, тут монстр. Хотя это не такой уж и большой монстр. Ну блин, по крайней мере, все равно большой. Или у тебя колесо право сдохло? Да, ребят, смотрите, колесо сдохло у этой тачки. Вот почему мы медленно забираемся. Я не знаю, придется выходить из машины. Наверное, тогда сейчас придется спамить комету. О, уже такие звуки ветра. Нельзя. В смысле? В смысле? О, отлично. Главное, чтобы она еще не упала. Давай, ты должна, ты сможешь. Молодца. Не подводит пока. Опа, походу туман рассеивается как раз. Мне так кажется. Просто небо такое чистенькое наверху. Главное не выпасть. Нет! Фуф, да. Так, я вроде бы тут выпал в тот раз. А тут аккуратней надо. Ой, да нафиг, я самоубийца, что ли, так ехать? Походу, да. Не-не-не-не, я боюсь. Я волнуюсь. Я волнуюсь. Я машина, я на машине, я Никон. Так. Мы подъезжаем, так сказать. Это ведь гора Челиад? Не, по идее она должна быть. Так, потише. Да, это она. Есть еще вторая гора, где там призрака можно увидеть. Я не помню, что на какой горе там можно мутировать собачку. Ну, не мутировать, а хочешь вставать становиться животными. И где тут прыжок для машины, например. Ой-ой-ой. Смотрите, покерфейс у людей. Я такой, знаете, тут люди такие вот на вагонетке приехали сюда пешочком. А я такой на машине сюда заехал. Никто не обращает даже внимания, ребят. Что вы тут делаете? Девушки, здравствуйте. Вы курите? Фу, вы курите. Фу-фу-фу. Значит, что надо делать с такими? Ну, зачем? И никто не пострадал. Полиция тут будет вряд ли. Блин, погода, погода. Мне не нравится погода. Что у нас тут? Посмотреть в телескоп. При такой погоде разве можно посмотреть что-нибудь? Ну, хорошо. Естественно! При такой погоде можно все разглядеть. Посмотрите на эти замечательные белые пиксели. На эту детализацию. Мотоцикл. Или машина. Мотоцикл или машина. Да, бог с ним. Используем, конечно же, мотоцикл. Мотобайк. Я не знаю, может погода все-таки становится лучше. Сейчас будем прыгать, ребята. Шлем надет. Ага, ясно. Давайте сейчас полностью дорожку объедем и прыгнем. Ну что ж, поехали. Нет! Потрачено, ребята. Я тупой, дерево. Я его взорву. C4, взрывчатка. О боже. О, погода хорошая, ребят. Уу, идеально. Давайте еще раз прыгнем.
Зато погода, ребят, хорошая, реально. Смотрите, вот теперь ее полный размер. Как можно, можно быстро до туда вот доехать. Конечно же, на вагонке этой. Так, мне нужна машина. Нет, мне нужна ваша машина. У вас плохая машина. А! Не злите меня. Просто не злите меня. Трамплин! Нет. Good luck, удачи! Да пофиг на дверь, это лишняя деталь. Да все нормально, чувак. Тревор, все нормально, успокойся. Почему он одежду сменил? Его перейдет в нормальную одежду, он теперь... Только посмею уехать! Чтобы сменить трек, чтобы пропустить поездку. Нажимаем на Е. И вот мы доехали по-быстренькому. Мотобайки у нас наверху. Ух, смотрите на эту высоту. Это же просто офигенно. Оу. Ребят, вот тот маленький город. Давайте достанем наш телефончик. Время селфи. А, приближение тут же работает. Сделать фото. Сохраним. Сохранить галерею. Так. Сейчас посмотрим автопортрет. Нажмите. А куда ты смотришь, барана? Давайте тут сделаем селфи. Так. Управление головой. Не обидно. Так посмотрите на меня. Я моргнул. Да, пофиг, сойдет. Сохранить галерею. Итак, ребят. О, да. Вот это настоящий вид. Мне тоже нравится. Отлично. Сохраняем галерею. Давайте чуваков заснимем. Не-не-не, все, хватит. Время фотографии хватит. Чувак, не хочешь полетать? Я думаю, что он хочет! Ай! И вот... Я вас... Смотрите! А! Фуф. А, тот чувак выжил, кстати. Все, тут насмерть нас сбился. А тот-то красный выжил с рюкзачком. Вон, видите, там такая штучка бегает. Наш бинокль, так сказать... Быстрее. Пока он не ушел. Вон он бежит. Сохраним этого чувачка, потом вычислим по IP, по фото. Отлично. Просто на машине я не буду прыгать, потому что она взорвется при падении. Я сколько раз пытался. Еще на Xbox. Берем мотоцикл. И мы знаем, что там внизу уже есть. Я не знаю, как контролировать падение, чтобы у меня, так сказать, не передом падал. Но... Давайте лучше тут. О, ну с богом. Нет! А! Ну почему, ребят? За что? За что я разбиваюсь? Как контролировать падение из Google Chrome? Эх. Ладно, не фартануло. Шоколад. Почему он мармелад? Или почему не мармелад? Не фартануло. Пацан к успеху шел. О, ты у нас копия Чопа. Что сволочь-то?
Ладно, ладно, она не умерла, ребят. Я вас уверяю, она 100% оживет когда-то в собачьем раю. Ну, видели, я посмотрел на нее, да, набросилась на меня. Она мне 1.5 хп сняла. Офигела. Ну ладно, я думаю, можно закончить на этом серию. В этой серии мы, как видели, изучали гору, немножко окрестности. Ну что ж, с вами был Скритор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.